Поднимайся, короче, до самого северо-запада. Вот это ущелье, и смотрите, на северо-запад и на юго-запад. Ну и на запад, конечно. Я на запад на голову сейчас сяду, там в камне. Зачем? Там дождь или там? Им нельзя печать поставить. А, доставить нельзя. Куда? Мечеть. Где она? На туре, где она? С трубой так. Минарет, трубу видите сломанную? Так, один масленок бежит вниз. Он не по ущелью, по склону. Если смотреть на их сторону, в них. Если город за спиной. Ну, получается, по левой стороне. О, за ним еще один идет. Ко мне. Вижу. Они не понимают, что ли, что по ним стреляют? Что-то ему пофигу, по-моему. Ты по ним стреляешь? Прямо. Они как-то разделились, у них мана нет, что ли? Я не знаю, по моей стороне точно идут. Тут дыном кинул. Нашел талиба на другой стороне. Я вообще не в том ущелье воюю. Азимут 200, азимут 300, 320 на моей высоте. Ты сейчас старался с ним? Вышел сюда? Так, минус еще один. Кто из наших там с биноклем на складе на кристаллической? Держать, но я его пока... Он пропал, он в камни залез. Я ползу, вернее, иду в длинок. На другой стороне от Детуза. Он, кстати, будет виден ему. На северо-западе, Паш. Один на юге был у меня. Да, вижу, бежит со стингером, бежит от меня. Меня видите же, да? На юге от меня, чисто на юге. Детус, по-моему, у тебя за спиной получается. Детус. Я тебя понял.
Зараза, ушел ко мне. Я рядом. Вот смотри, под огнем, под огнем, под огнем. Над вами жмут сосед. Кто стреляет? Вот смотри, вот в той же стороне высота, и вот рядом есть, вот за этими камнями стоит еще один. О, вижу его, походу. Своя, нет? Я иду на Пересу. Вы со стингером займётесь тем чуваком, кто тут за спиной? Ой, по-моему, Детус все. Детус? Че, сдвиг? Нет, нет, он лежит. Он живой. Почему? Детуза двое, двое Детуза. Так, один лег. Паша, над вами на 300 было, не со стенью. Да у тебя тоже двое. Блин, и суп мне пишет еще там в скайпе. Вовремя. На юге, понял. Контакт. Высота. Минус. Убрал, да, его? Убрал, все, он лежит. Поднимайся к тебе. Все, я опять. Теперь он точно мертв, он лежал без сознания. Вот что, я, да ты что там у тебя? Да это ко мне попал, завалился. Опять что ли? Перемещаюсь. Снайпер похоже был. Что там? Кто о чем я говорю? Сейчас я две метки красные, это один враг и второй снайпер. Снайпер сейчас. Ну он со стингером бегает, он видишь что-то. Я проверю этого чувачка. Отметил примерно все, боится. Хорошо. Не знаю, у вас там... РП не РП, но вопрос, как убрать оружие за спину? Ноль, по-моему, да? Да, ноль. Благодарю. Детус. Да, Детус. Это со стингером был, который на высоте. У нас Детус. Стингер. Тут все убили. Черт, у него там один. Ой, придется к вам учили, да, я так понял. Так у нас здесь двое или трое шарятся на том, на стороне Детуза. Под огнем. Это с моей высоты где? Убивай. Да меня контролят там снайпер. Напомните, что надо сделать. Стингер куда-то тащить? Ну нам на базу надо увезти его. У меня за спиной стингер. Ну беги к вертолету, садись как на вертолет и вези на вышку, где мы стартовали, там это диспетчерка есть, флешка. Понял, выполняю. Заодно проверим, работает оно вообще, проверка на оружие или нет. Хотя ты аккуратно здесь. Ты лучше через низ, через низину ущелье пройди, то скорее всего она будет в слепой зоне. Потому что склоны обстреливаются. Я сейчас оббегу, поэтому меня навряд ли увидят в таком расстоянии. Меня прижали. Отвлекай их как-нибудь. Ой, ладно, мужики, иду вам на помощь. Эпичный самолет прилетел. А что этот самолет вообще летает? Просто антураж. Уже на военной базе.
Я хотел Они бы тут мне добавить навряд ли всяких. на таком расстоянии, я бегу со стингером. Хорошо. Я, кстати, чуть дальше, чем ты, на самой верхушке. У меня, по-моему, сейчас оружие закончится. Пока на ПМ перейдем. Патронов на него нет. Так, у меня магазин остался один, и на нем пойду до Талиба сбегаю. У него, да, у него калаш, талибский полный. Если он не добегу, он ни выстрела не сделал. А я думал, атаки, вернее, талибам будет здесь плохо на этой миссии, оказывается, это нам плохо. Что как жизнь? Долго их одно. Я даже не представляю, что будет на полной занятости слотов. Да мы им не нужны. Нет, суть, я еще не хуево научился ориентироваться. Если тебе полет, какую сторону летит. А КМ, КМС взял, короче, теперь я снаружи. Кто бегает там сейчас на хребте, а уйду туда. Вот это я стрельнул. Нет, это не я. Я поднимаюсь Ох, он мансит. Ушел за склон, зараза. Вот крыса. Блин, я сломался. Снайпера не убили же? Где? Ну бери, садись, улети. Маш, 50 на секунду. Все, пробуй. Маш, ты сел? Нет, я бегу. Могу лечь. Да, все, все. Я на подсорожном склоне тоже бегу. Вот ты где там сейчас ходишь? Он ушел вот назад в город, спустился вниз. Я не знаю, как он скрылся. Так, двое, трое вниз спускаются. Сейчас посмотрю, кто это такие. Я сзади тебя. Думаю, талибы, талибы вниз. Толпа целая идет. Когда я вниз постреляю, я иду сзади тебя.
Чё? Да это талибы же. Талибы спускаются, где оканчивается дорога. Я пометил. И у них стингер один есть. Ну давай торопись тогда, а, там миссия сейчас, ну у них метров еще где-то, наверное, 600-800 пешком идти, а может больше даже. У нас же кто-то у мечети сидит, чини. А сидят, нет? По-моему, все ушли оттуда. А здесь нет. Я ушел, я за ним поспешил. Вот ты гад. Я бегу, короче, обратно к мечети. Я сейчас их на перерез, я буду искать одну. А, кстати, я того убил гранатой. Просто все время воевал, не получили. Кто стреляет? ПЗ убили, похоже. Нет. Один талиб остался, отстреливает, прикрывая азы. Давлю его. А, мансинг. Я сейчас его убью. Ранил. Вы стреляйте, я бегу это, туда, а то сейчас миссия закончится. Убил, по-моему. Так, стингериста нашел, сейчас его попробую брать. Все, убил. Залег в камнях. Какие камни приближаются? А, сложно сказать. По маршруту, как они шпилы. Я его зажал в камнях. Все, я сейчас бегу к нему. Еще где-то второй. Он побежал, побежал. Черт, не успею за ним. Вызывайте гвинтокрыл. Вертолет? Он разбился. Да, не добивает рация. Паш, можешь только поточнее, потому что ты с камней убежал? Примерно... А, ну, всё.